Так. Найс, сюда, ровно. Хорош. Так, погнали. Там что-то писал? Не писал. Правильно. Надо так сделать. Ну, что там найдет кнопку старта или нет? Бригадник, ёшкин брейн, сейчас все бригадники, давай, ищи. Так, первое дело надо миклить ПО, потому что вертораншеры вначале вылетают антирадарником. Понимаете, да, что это значит? Это значит, что в вашем ПО хана. Так что врубайте. Вырубайте. Братья, вырубайте. Ой-ой-ой, два истреба. Ну это каким-то точно вертораншером воняет. Или он думает, что я вертарашу, кстати. Такой варик есть. Что, выставить рекон или нет? Он бы уже был бы тут, наверное. Буду я его завертарашил, ему это не понравилось. Так, да, минус море. Давайте такое. С другой стороны, давайте такое. Ну, у него минус 240 поинтов, так что я думаю, он вообще там ни на что не претендует. Может и претендует. Смотрим. Куда он там дует? 4. Да не туда же стреляешь. О, сама переключилась. Все, короче, сам выиграл. Сама выиграл. Я расплетил, поэтому пеструн настрелялся то, что было в нем на респе. Это прекрасно. Прекрасно. А теперь поинты у него найдутся, чтобы закрыть что-то. Что-то закрыть, нет?
Так, ну пошли, ясно. Что ли, поедем? Вертодека? Нет, нет. А, у него же 24-ка была. А, вертодека. Давай, сладкий. Ой, и тут тебя нашли. И вертолет не попал. Там чел начнет играть, если нет, ну типа ладно. Бригадник все-таки. Я не игрок, я бригадник! 72%, 650. Сколько там? 4 игры. Не знаю, кто это был. Так, что мы видим? Мы видели, что два мардера сделали всю игру. Ну, леопард, который убил 24-го, тоже нормально. Нормально, в целом, да, было нормально.